Nice. Бери Димон туда, я тоже дропну на крайне. Димон там чейзит. Да там куча типов. Лучше, пачки, лучше да. Падать вместе вначале, а не летать в воздухе. Цепляй и просто отходи. Цепляй и умирай в кулак, брат. Я на два полетел. Да не забей, тут миллион типов, пацаны, тут не уйти вообще. Да и так шляпа падает, типа вместе надо падать, сектите, что-то выиграть. Типа падать один в три, а когда тиммейты летают где-то, просто это бред. Вам придется драться за возвращение в бой. Ну кто-то же должен был. Ну так все вместе туда упасть и все, а потом один фиг лутаться же надо, потом идешь просто и собираешь. Я пришел, будет гореть, нахуй. Макс, ты реально классно придумал, прям охуенно вообще. Да я ничего не придумывал, но у меня реально был план. Ну что плюс два тела гулять, прям. Димона, блядь, продали чисто. Я выше. Ну минус ГУЛАГ. Да, мы тебя выкупим, брат. Мы твой ГУЛАГ разменяли на 7000 всем. Ну типа, мне кажется, это ворсов, не? Я вот уже с пушкой, например. Я рад за тебя. Подойди ко мне, тут есть типы на той стороне. Противник потерял ваш след. Вы в безопасности. Здесь один был. Роуз была. Окей, бро. If you can hear me, just... Hey, bro! Ух ты, ебать, нихуя себе, блядь, мальчики. Лузер, лол, лол. No, don't kill me, no, man. No, man, don't kill me, man. Меня допрашивают, пацаны, выйдите, я тебе бить. No, 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 нокнул двоих, отошел мне. Клозыч, падай вниз. Я тебе бэпу дал. Димон, я тебе бэпу дал. О, плиз. You suck dick, you suck dick. No, please. Fuck you, fuck you. Едет, едет, едет. I let you live. I let you live. Who is loser now? Who is loser, а? Fuck you. Fuck you. На мне где-то будет. Убил. Хорош. Там какой-то чел 0 лет такой, ха-ха-ха-ха, лузер, лузер, блядь, подошел, не орёт, сука. Да я слышал, я включен войс, я из этого войса нихера не слышал, ты орёшь, двоишься у меня в игре и в дискорде. Этот орёт, мелкий там что-то не слышно вообще ничего. Я сейчас делаю, сейчас что-то выйдет в дискорде, во. Макс, блядь, ты когда им кричишь, хотя бы ебасосину свою не приближай к микрофону, я тебя прошу. Я сейчас исправлю, пацаны, сейчас я... Вы меня не будете слышать в дискорде. Идем в цитадель. А, нет. Гоу, 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 вертолет. Полетели. Облако газа движется. Fuck you, fuck you, fuck you. Нормально? Нормально? Слышно? Не а, нет. В игре, ну в дискорде типа не слышно. Но... Топочек. Блин, у меня пушки дерьма немножко, но мы сейчас на сытке что-нибудь возьмем, да? Так мы комплект возьмем и все. Ай-яй-яй. Есть, 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 есть еще. ХП не власть. Пацаны, потому что это батл рояль. Ваша команда в безопасной зоне. Туру-туру-туру. Прыгивайте, готовьте. Как под обстрелом! Ух, ни хрена их на крыше! Снайпы работают. Ой, блядь! Да, безврежу, возьмёте комплект. Поймал пулю! Поехал комбатов. Ну, блядь, дерево вонючий.
Да блядь. Он крякнул. Господи, не сразу меня, блядь. Ладно, пока. Можно я? Понял. Прям за мной сейчас зайдет. Заползи внутрь. За мной без каски зайдет. Да я убил его. Бесу. Сейчас коробки раскинем. Бери этот комплект. Раздефали? Да-да-да. Коробка с патриками. Там еще люди, по-моему, были. Да, вон видно в окне. Ебать тут народу, кстати. Ключик возьмите этот вонючий. Я бы отсюда уходил, или что? Народу, да, тут вообще жестко. Когда в следующий раз? Ревики дашь, Максим. Ну, комплект какой-нибудь найдем на полу, который смотри, валяется. Сколько тут людей надо убивать? Я говорю, пойдем всех трахать, чё мы? Ну давайте только вместе сойдем. Вон, ну, который около стоит. Тачек, давайте к ним. Пацаны, на ноге побежали, да, пушить, да, вот да, же да, ближние да. Светятся. Слева очистим просто всех и все. Ну давай к левым. Мазон, к левым идем. А, к левым? Он говорит, там где тачки, блядь, Макс. Не, так потом уже передумали же, налево пошли. Все, пока думайте, я уже у них наебали, понимаете? Чуть-чуть из вилинки, блядь, тобой. Разогнали нахуй, собрались и полетели, блядь. Мы же не в пенсии тут, блядь. В смысле, а где мы? Без брони, в доме. Иду пушить справа. Еще два типа прилетели, ой-ой-ой-ой-ой. Ко мне два типочка прилетели. Ты себя убил? Зон, живи чуть. Сист. Фу, клозыч. Иду. Я у тебя в доме? Да блин, ровно на типа выпрыгнул. В такой тайминг вонючий. Я саморез носить. Надо прям. Да где все там, блядь? Хорош. Держись, я с тобой. Спасибо, дружище. Мертвый тишь в этой игре, по-моему, можно не брать вообще, да? Инфа. Смотри, люди, бля, тип. Перед нами. Да. Хорошо. Тип на цитадели еще, по-моему, был. Да, смотри, на цитадель двойка зашла. Пойдем прахом. Они тоже по там работают? На крыше. Фиолетовый крякнул. Нокнул. Привет, как здоровье? Крышу, да, нокнул? Понял, ты крышу нокнул. Еще к нему забежал. Где светится? Убил? Да. Отсюда можно валить. Ну, фанкес. Так, что за донатики были? Аноним, спасибо огромное. Привет, как здоровье? Я так понял, ты старком все. Ну, перерыв точно, сейчас там делать нечего. Давай по как минимум. Старкови Никита озвучивал, здесь похоже. А там видно будет. Там видно будет. Как-то так. Спасибо, аноним. И Ромка, я, кстати, пропустил, по-моему, сабочку подарочную, да, или благодарил, я уже не помню. Спасибо. Спасибо за подарочную для Никитоса. AK Фетратича. Блин, тут дерьмо одно продается, да, поэтому.
Ни бэпки, ни патронов. У нас тип светится. Поехали на А, он летит, он... А, нет, не летит, он приземлился, походу же. Прикинь, как он сейчас охренеет. Максон, ревики прям как багнутые в Warzone, что ли, такие же? Как багнутые, хуже, хуже, братцы. Еще хуже. Они ваншотают голову. Ну, типа левый-правый клик. Ну две пульки. Да, две пульки, ваншот. И стреляют очень быстро. Типа тух-тух-тух-тух. А дистанция что? Ну, метров 10 точно. Там как-то либо ваншот, либо ноль урона. Вот настолько, знаешь. Ну, нет, там можно выспустить 4 патрона, но это метров 15 уже тогда. Но я стараюсь так не стрелять с ними. Ну, короче, желательно в упор только. Да, конечно, да. У тебя просто под сва пушка, типа, на X3. Все, что там не мили. И кайфуешь. Ну, нюк нет, не вот делали. Литерали старый варзоновский билд. Типа рамчик и этим боссы, знаешь, что-то такое. Да прям в дом. Ну, до рамчика далеко, конечно, здесь у пушек отдача такая посильнее будет. На второй этаж меня закинь. Хорош. Ну, здесь шаги были, следы. Нок. Мазон, прикрой, а похилюсь. Что ж, что? Кажись, да. Мне как бы комплект вот нужен, чтобы нам придумать. А повторно нельзя брать, да, в цитадели? Поехали бы палатку. Без смерти вроде точно нет. Я тачку сам возьму, поезд, гоните по газу. Че тут подняться можно? Наверное, вот здесь. Димон, не ошибка. Дабл диглы можно, но они кривые вообще, два кимба. Очень кривые. Челы, челы, фул пачка слева. Проезжай мимо. Да куда поехали? Сейчас нас тут задушат. Идем? Снизу. Они же видели заняты, нас. Они даже на нас не смотрят. Ну если они мега... Не смотрят на нас. Ну это тупые, значит, какие-то челы. Нормальные нас бы закрыли уже. Ну тупые. Димон, ну там же понятно было, что они ебланы. Не, там не было ничего понятного. Мы сейчас могли, если спиной, блядь, сдохли там, просто. Ну так они спиной, пока мы едем, а раз увидели и все развернулись и закрыли нас ХГ. Газ уже близко. Ну я был бы тогда виноват. Окей. Типа это неоправданные риски, так сказать. Мы могли просто сдохнуть. Да, давайте пятерик оформим просто. В таком бодром темпе, в красивом. И вообще будет имбище. Я полетел на магазин. Чекнул вместе. А их было четверо. Машинку скиньте вниз. Трое, по-моему. Люди есть. По мне постреляли. Ну, крякнул одного надамажил хорошо. Потом машину скинешь, Димон. Бросаю сертик! Нокнул туда. Одного нокнул, съел. У них работает БПЛА. Хорош. БПК есть, я купил. Что еще есть? Можно ящик еще с Патриками там почекать? Я радарчик персональный взял. Бабок все равно девать некуда. Блин, ползач тормозни, у меня что-то... А, не, все. А, нет. Дай пересяду. У меня что-то багнулось, короче, в полете сел, и у меня перс руками теперь машет бесконечно. Что происходит? Вот, все, починилось. Слушай, вот на вот этот пустой квадратик есть забаганный.
жестко. Да его уже забрали, обратно еще. Лосос. Че, ты скинул смазанцу? Кинул. Давай, ревики, да. Сзади, сзади лежит. Чекай, зона, кстати, в этот кемп сойдется. А можно просто зажимать или надо тыкать? Тапать, надо тыкать, да. Надо тыкать. А, поехали. Сейчас посмотрим. Уже близко к нам один. Иду! Вижу. Противник! Сейчас посмотрим, ревики. Дистанция 10 метров максимум еще. Я залетаю типу на лицо, а он отходит что-то. Ну, к своим идет откуда? А это тройки, да? Ну да. Противник начинает вытаску. Ой-ой-ой! Он... Подо мной. Я в сейве. Он тоже с таким боссом, мне показалось. Да. Ну, маза что-то. Мазона вообще... вытерли жестко, потому что быстро очень. Ну, он меня ну у него на пэшках стоял. У него каким боссы были. На глоках типа еще? Не, пешки, пешки. Пэк какой-то вот там. А, вот он был, с таким, с такой пушкой, да? И у него дерьмо, и если что. Он меня затер, нахуй. У него еще дерьмо, сборка, и пистолет и дерьмо. Ну, они мне тоже не нравятся. Там и магазин маленький, прям медленный какие-то. А ты как просто две кнопки подряд жмешь, клозыч? Да просто как паралитик тапаешь и все, быстро. Можешь по очереди, да как хочешь, ебать. Но я дабл тапаю одновременно, типа, чтобы перезаряжаться удобно было. Нок один. Обнаружена новая безопасная зона. Хилюсь. Противник уничтожен. Он сдался, что ли? Ящики снабжения восстановлены. Советую пополнить запасы. Пойдем к магазину в центре этого города, нажмем там еще бепу. Да. Таймс кликнул. Блин, что, рискну от этого? Давай я этот рискну. Включу этого. Что рисковать? Ты просто ну, на машине это не делай. Так-то он не багается вроде. Закинь его наверх просто, поспотай кого-нибудь. Опа, мне шотнули справа. Да, окей. Вот. Я нокну сейчас. Давай. Пусть его, я нокну. Нахитовал немного. Ого, блядь. Точку, точку, на меня точку дали. На меня точку дали, сейф. Я с тобой, я с тобой. Нахнул его. Тут мина! Ой-ой-ой-ой-ой. Я с артиллерии закрылся, хилюсь пока. Не-не-не-не-не, я пробитый. Он вот здесь лежит. Он вот здесь лежит. Он вот здесь лежит. На метке. Видел метку? Да, я понимаю, где он. Я видел его. You stop fucking moving. Вот здесь он был. Он все еще пиздит. Ой, сзади, сзади, сзади. Yeah, ну, что такое? Камон, я в сейве. Откуда тебя убили? В спину меня убили со стороны поля. Держись, ты выживешь! Вот отсюда где-то. А, я метки не могу ставить. Я в порядке. Пушит, пушит, пушит! Убил сразу? Хилюсь. Стал флесиком был. Значит, тут еще один магазин, да? Или это тот, на котором мы были? Сам. Тот, на котором мы были. Зато там делают какой-то контракт. Можно туда просто полететь с горы и все. Тут. Над нами их БПЛА. Подтягивайтесь. У вас ящики с патронов нет? С патронами у меня что-то ППшек вообще. У меня фокус-квад, ребят, здесь. Кто? На метке. Внимание, тут что-то не так! Вижу, под тобой уже, Макс. Здесь противник. Я поставил. Угу. Еще пачка у него друзей сверху. Газ приближается. Безопасная зона перемещается. Осталось 25. Вы неплохо идете. А им на нас идти.
закрывай вот этот. Давай закроем это, сянемся просто по левой. Лево, право, сянемся сейчас и закроем это. Чтобы не тянуть время. Вижу одного. В доме. Кинул оглушающую! Растягиваемся или пушим? Спина! Там фулпачка. Понял. Оттягивайся. Надо в дом надо идти. Тип вот здесь, квоз. Понимаю. Да что за точка, боже. Я селфаюсь. Я тех закрыл. Капитан снайпер тип. Ну все, те остались. Я вот здесь не бегал, аккуратно. Газ уже близко. Нок один. Доел. Кто-то из вашей команды все еще вне безопасной зоны. Бил второго. По зоне, понюхай туда. Чё-то патронов не очень много, Димас. Каких? Каких? Аэр. Ну, у меня в запасе еще 80. Фул, ну, типа фул и 80 еще. Держи 80. Не, пожалуйста. Угу. Убил, а пластины есть или коробка? У меня не так много. Пластины метры. У меня вообще не было. Из себя сначала. Это не можешь не дропать, они в рюкзак падают. У меня вообще не было, я да. Не-не, из рюкзака тоже можно падать здесь еще. Нет, они даются и фул в разгрузку, и фул еще 3 в рюкзак, если скидываешь. Типа даются 6. Если просто берешь сразу, то даются 3. Разве? Да, да, тестили уже. Я думаю, надо плыть, пацаны. Здесь зона энивэй говна, мы тут не выживем, если останемся. Я по делу. Подожди сейчас, какая будет она. Это вчерашняя зона, вон под мост сходится. Зона каждый раз одна и та же, бесит эта игра уже, если честно, с Steam зоной. Я не хочу, пацаны, по центру плыть, сори. Ну, она сходится-то в одну, но динамика-то разная потом. Ну, это неинтересно, понимаешь, нету лейта там в городе, нету лейта там в очистных каких-нибудь, еще где-нибудь, в карьере каком-нибудь. Аккуратно. Лейт постоянно могу. Здесь, в этой горе вонючей. Ну... типа того. Мне это не интересно. Посмотрим, что они придумают. Она просто, чтобы она не в центр шифтовала, а в бок куда-нибудь немножко, когда она сходится. И то будет лучше уже. Я право закрываю отсюда. Вообще можно на ХГ зайти, на самом деле. Или сидим просто. Можно и по праву закрутить по краю зоны, чтобы бутера да, не было. Вот я тоже, я пойдем? Так и хочу сделать. Мазон, пойдем с нами? Давай. Просто снизу ошибка, мне кажется, сидеть. А по так краю конечно. ХГ занять нормально будет. Я вам уже там... Только не торопясь, потому что там за зоной могут какие-нибудь гаврики топать. Да тут какая-то гора уродская, они могут залезть. В зону. Вы видели, где челики, да? Нет. Я видел только, где кластер бахал. Я вам отмечал типов там фулл сквад на горе. А, угу. То давайте их на себя больше. Булсик, у нас на горе фулл сквад. Давай. Я понимаю. Сашки. Я проверяю ЛГ просто. Они вот здесь. Они вот здесь, с этой стороны. Получается. Да, блядь. Можно прям по краю. Нет? Можно по-разному. Давайте по-разному. Все, слышу их перед собой. Не скидывайте, подожди. Я не слышу. Что-то у нас тут такой open пиздец вообще. Я прям в ухо захожу к ним. Нет, не ухо. А меня пушит чел. Сески, чел будет. Народа очень много еще. Да, ТЛГ играйте, чтобы все. Вот ты про него говорил. Я отошел хилиться, Клодович, один пока. Посмотри на нас, Димон, просто. Не могу пока. Меня по краю, по праву меня пушит. Окей, уходим направо, фул, Мазон, иди к нам. Я лег как мразь просто, АФК. Я на тебя смотрю. Мазон, не лево, просто держи, чтобы не пушили нас. Я тебя смотрю, Димас, полностью. Убил своего. Хилюсь. Еще склад целый и сольник. Нок! Пушу! Газ уже близко! Отмечаю новую безопасную зону! Много типов, Сюжень, аккуратно! Красный, очень красный, ласт!
Бакан не убил. Бил? Еще один соник. Еще, еще, еще. А, еще есть пол. Что, кулаками будет. Забиваем лота? Рестую. Давай, давай. Давай. Зона идет. Давай забьем. А, я бы не рисковал. Зоны, дурачок. Да не стреляем, ну. Да он потерялся за зону, он не поднимется. Вот где. А тут подъем еще такой. Жесткий. Да, это то место, где мы с тобой поднимались. Так, ну что, первая пошла, пацаны, еще 4 делаем. Голосовой чат? Не, голосовой чат нельзя вырубать, потому что челы между собой через голосовой чат базарят, и ты слышишь их, ты хотя бы понимаешь, что рядом враги. Типа, поэтому нельзя его вырубать. Ну, это нормальный такой буст, грубо говоря. Блин, что по киллам ты был? Не дал посмотреть даже. Реально, блядь. Ой. У тебя было аж 15 киллов, Димон. Меня? А я не помню, сколько да. было. Я даже не смотрел на этот, вот. На... Я тоже. Я что-то вообще не слежу за киллами, тут как-то не до киллов, блин. У тебя было close 7. У меня 5.